Светлана Лобода наконец презентовала долгожданный клип на песню «Парень». За 4 дня в интернете видео набрало уже 2 миллиона просмотров. Сама певица уверяет, что эта работа стала одной из самых дорогих в шоу-бизнесе. Нормальную, хорошую квартирку, а то и две можно было бы прикупить, да. Пока основные вложения звезда делает лишь в творчество, наперекор слухам о дорогостоящем жилье, которое якобы Лобода приобрела в столице. Не купила я квартиру, вот. Так что будьте спокойны, сняла очень дорогой клип. Кажется, что Светлана не прочь в этом году побороться за звание «Певица года» на премии телеканала РУ-ТВ, которая уже состоится 26 мая в Крокус-Сити-Холле.